Итак, приветствую вас, дорогие друзья. Наконец-то мы выбрались на природу. Пришла вот такая вот посылка к нам. Это у нас долгожданная палатка. Давай, открывай. Здесь палатка и насос. Сейчас мы посмотрим, какое качество. Попробуем ее поставить. Да, и будем в ней жить. И будем в ней жить. Да. Ну, по крайней мере, в этом видео. Да. Вот. Так. Заказывал я на Озоне, на магазине Озон. О, здесь деньги. Так. Ой. Вот всякая ерунда, всякая ерунда. Это насос. Насос для лодки. Об этом насосе мы поговорим в следующем видео. А это палатка. А в данный момент нас интересует... Подожди, дай-ка на секундочку. Нас интересует... В коробке больше ничего нету. Нас интересует вот эта вот палатка. И вас тоже. Да. Так они тут уже упаковали. Надежно запаковали. Хорошо, кстати. Палатка идет вот в таком вот чехле. Light Dome 3. Я хотел брать или ее, или палатку Аляска. Но почему я взял эту именно палатку? Эта палатка больше по размерам. Эта палатка больше по размерам. Да. Здесь вот краткое описание. Палатка Китай. Поставщик. Ну и вся ерунда. Высота 120. 205 на 195. Как собирать эту палатку? Да, здесь инструкция. Я раньше ходил, конечно, в походы. Были у меня палатки, но были палатки немного не такие. Сейчас посмотрим, как собирать эту палатку. Итак, что ж, дорогие друзья, давайте попробуем сделать эту палатку. С чего начнем? Начнем, давай расправим. И по маленькой пакетике, что я предполагала, это такие гвозди. Да, были вот такие клинья. Клини шли у нас вот в этом пакете. Так, а здесь у нас, идет что? Во! Да, это идет такие вот оси. Эти оси, надо их вот... Ой, я вот так не знаю, как туда втыкать. Разберемся. Все, мы ее собрали. Вот, вот, нашу. Подожди, давай провернем ее уже. Палатка. Палатка оснащена еще противомоскитной сеткой. Ну вот такая вот палатка. Еще есть. Сверху есть вентиляционное отверстие. Сверху есть, да, вентиляционное отверстие. Есть вот такой вот, открывается зарядчик.
общем, вот, друзья, вот такая вот палаточка. Вот такая вот палаточка. Дай мне сюда. Сейчас я залажу тебе. О. Привет, палатка большая на самом деле. Давай. Наконец-то я на видео. Всем привет. Вот такая вот получилась палатка. Довольно-таки уютненькая, жарковато у нее, правда. Ну, что? Солнце печет. Да, двухсторонние замки, то есть замки с двух сторон. Тут закрываем. Чтобы волки не пробрались. Нет, это от комаров. Какие волки? Это от комаров против москитной сетки. Вот, и сверху у нас еще вентиляционное отверстие. И там мой телефон. Да, и там ее телефон. Ну вот, вот такая палатка. Есть кармашек, посмотри. Даже есть инструкция, меры предосторожности. То есть не курить, не сорить и все остальное. Вот сюда можно будет что-нибудь запихнуть. Так, в принципе, реально палатка здоровая. Ну, в общем, все на сегодня. В следующем видео, я надеюсь, да, в следующем видео, если позволит погода, мы надуем лодку и попробуем на ней прокатиться. Все, всем пока. С вами был канал «Китай стал ближе». Пока.